началось с моего друга детства. Мы как-то первый раз проехали вместе на мотоцикле и понеслось. Нет, сначала я была хорошей девочкой, я отучилась в институте, вот у меня реставрационное прекрасное образование. Я долгое время работала в музее в нашем Истринском, в Новоиерусалимском. Но я мама, у меня маленькая дочка, муж, семья, но это не мешает, муж тоже мотоциклист. Подразделяются две категории девушек, которые примотоцикленные. Это те, которые покупают мотоциклы ради чего-то, там, ради знакомства с другими молодыми людьми. Все же мальчики крутые, клевые, все на мотиках. Вот. И вторая категория, я туда себя подразделяю, тем, кому необходим адреналин. Девочки в футболе, в гандболе, в регби, в женской регби. Это вообще жуть какая-то. Вот. А мотоцикл — это сказка. Сегодня я не на своем мотоцикле, на мотоцикле товарища, а мой, я обязательно потом его покажу, у меня приборная панель в стразиках. Милота! Нет, я все-таки девочка-девочка, у меня даже вон ботиночки в стразиках. Недавно я собралась силами и организовала инициативную группу Истринского района по помощи бездомным животным. В основном, как ни странно, там мотоциклисты. Ну, большинство. То есть ребята принимают активное участие. Мы ездим еще параллельно в детские дома. Я приглашаю всех 13 мая в Вильяминово на мотофестиваль. Приходите, будет здорово.